все, Гия. Сейчас готовимся к основным сборам, это которые будут проходить Турции, поэтому сейчас чисто сбор эмоциональный, чисто такой, что давно друг друга не видели, больше общения, больше получить эмоции, это самое главное. А основные сборы, это, конечно, будет турецкий сбор. Как сегодня тренировка прошла? Вы видели сами, очень хорошо, ребята довольны, эмоции получили, вот это самое главное в данный момент.